Здравствуйте, мы продолжаем разбирать книгу English in Medicine или английский в медицине. И сегодня мы подводим такой итог пройденным урокам. Давайте посмотрим, что мы уже знаем. В первой строчке мы видим способы начала разговора. The ways of starting the interview. И у нас есть три варианта. Первый вариант мы слышали в диалоге. Что привело вас сегодня? What's brought you along today? Что я могу сделать для вас? What can I do for you? И третий, what seems to be the problem? Дословно, что, по всей вероятности, по-видимому, является проблемой. Ответ у нас может быть, как в диалоге, I've been having. Я имею нос оттенком длительности, то есть здесь пациент хочет показать, что уже долгое время он страдает чем-то, или просто I've got. И варианты ответа headaches, головные боли, terrible constipation, сильный запор, a bad dose of flu, это грипп, a pain in my stomach, это боль в животе или в желудке, swollen ankle – это опухшие лодыжки или отечные лодыжки. Вторая строчка – способы, как мы задаем вопрос, сколько времени длится, существует проблема. The ways of asking how long the problem has lasted. И у нас тоже есть три варианта. Первый мы слышали в диалоге. How long? Have they been bothering you? И это у нас был вопрос, как долго вас беспокоят они, то есть эти головные боли. Либо мы можем использовать единственное число, если это какая-то одна проблема, тогда вместо местоимения they мы ставим местоимение is, вместо глагола have мы ставим глагол has. И будет звучать это так. How long has it been bothering you? Другие варианты. How long have you had it? Если это единственное число. Или how long have you had them? Если это множественное число. И переводится это, как долго вы имеете это. How long does the pain last? Как долго боль продолжается. Вместо слова боль, the pain, мы можем поставить любой другой симптом. Например, constipation. Запор или что угодно другое. Ответы на этот вопрос могут быть такого типа. Two or three days. Два-три дня. Since Tuesday. Since это с такого-то времени. Вместо Tuesday мы можем поставить любой другой день или месяц или число. A fortnight это две недели. For almost a month. Почти месяц, опять-таки, вот это for, это продолжительность, almost, почти, а здесь мы можем любое другое время поставить. They, если это множественное число проблемы, it, если это одна проблема, started, начались, about 3 months ago. About это примерно, ago это тому назад. И здесь любое другое время. The pain lasts several hours. Боль продолжается. Это глагол продолжаться, длится. Several – несколько hours – часов. Тоже можно ставить любые другие варианты. Следующий вопрос. Do they come on at any particular time? They – это если множественное число и does it, если это единственное число. Они, опять come on, это как бы тоже начинаются в какое-либо определенное время, at any particular time. И ответы из разобранных нами заданий могут быть такие. I know them when I wake up. Я замечаю их, когда просыпаюсь. Или the pain wakes me at night. Эта боль будет меня ночью. Around 2 or 3 in the morning.
где-то в 2-3 часа утра или 2-3 часа ночи. И здесь в скобочках указан предполагаемый диагноз. И это, здесь вот справа есть транскрипция. Это язва 12-перстной кишки. Duodenal ulcer. Duodenal ulcer. Итак, дальше. Следующая часть нашей таблички, наших итогов. Способы, как мы спрашиваем о типе боли. The ways of asking about the type of pain. Can you describe your pain? Можете вы описать вашу боль? What's the pain like? What kind of pain is it? Какого рода эта боль? На что ваша боль похожа? И вариант. It's a sort of dull pain. It's a dull sort of ache. Это все относится к тупой боли. It's a throbbing kind of pain. В диалоге у нас был этот вариант. Throbbing – это пульсирующая боль. A feeling of pressure. Это чувство давления. Very sore, like a knife. Боль сильная, как нож. A burning pain. Это жгучая боль. It's like a heavy weight pressing on my chest. Это подобно тяжелому грузу, давящему на мою грудную клетку. It's a gnawing kind of pain. Грызущая, сосущая боль. И мы говорили о ней, говоря о заболевании, связанном с желудком. It's a sharp stabbing pain. Это резкая кинжальная боль. Острая, резкая. The ways of finding out where the problem is. Способы, как мы выясняем, где локализуется проблема. Which part of your head, chest, back, etc. is affected. Какая часть вашей головы, грудной клетки, спины затронута, вовлечена. Where does it hurt? Где это болит? Where is it sore? Где есть это больное? И варианты ответа. It's right across the front here. Прямо вот здесь, как бы поперек, в передней части. Just here. Прямо вот здесь. Right across here. Опять такой же перевод. Here just under my ribs. Здесь прямо под моими ребрами. Down here. Вот здесь внизу. Ну, еще небольшой кусочек. If there anything that makes them worse или better, значит, если что-то, что делает их или ее хуже или лучше. Does anything make them it worse better? Если что делает их, ее, его хуже, лучше. What effect does food have? Какой эффект оказывает пища? Does lying down help the pain? Does lying down help the pain? Когда вы ложитесь, это помогает боли? Так, и вот здесь опечаточка. Нужно заменить A на E. If I stop for a bit, it goes away. Если я останавливаюсь ненадолго, она проходит. If I lie down for a while, they seem to go away. Если я ложусь на какое-то время, похоже, они проходят. If I eat, it gets better. Если я ем, это становится лучше. Food makes it worse. Пища делает боль или что-то, там симптом хуже. If I take a deep breath or I cough, it's really sore. Если я делаю глубокий вдох или кашляю, действительно болит. When I cough, it hurts most. Когда я кашляю, это болит сильнее всего. Greasy food, like fried eggs, upsets me most. Жирная пища, как подобно жареным яйцам, причиняет мне как бы больше
большую боль, расстраивает меня больше всего. Gallbladder – это желчный пузырь. Spicy food brings on pain. Острая еда, то есть еда со специями, приводит к возникновению боли. И это у нас язва 12-перстной кишки. Is there anything else you feel at the same time? Есть ли что-то еще, anything else, что вы чувствуете в то же самое время? Has there been anything else apart from this headache? Есть ли что-то еще, кроме этого, apart from this, кроме этих головных болей? I've been coughing up brownish spit. Я откашливаю коричневатую мокроту. И здесь подозревается диагноз пневмония, то есть пневмония. I've had a temperature. У меня температура. I seem to be getting a bit deaf. Это фраза из диалога. Я, похоже, становлюсь несколько глуховатым. I have a cold, у меня простуда. I'm not coughing up phlegm. Я не откашливаю мокроту. Phlegm – это мокрота или слизь. И предполагаемый диагноз – это tracheitis, то есть трахеит, tracheitis. Итак, мы разобрали основные фразы, которые встречались в уже пройденном материале. Далее мы будем разбирать следующее. Оставайтесь с нами и успехов вам!